Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами про сцепление сакс. В данном случае это сцепление для двигателя 405, 406, 409 ЗМЗ. Мы расскажем вам, как отличить оригинальное сцепление сакс от сцепления подделки Китая. На сегодняшний день это очень актуальный вопрос. Очень много подделки. Мы хотели бы вам показать, рассказать, чтобы вас не обманули в магазине. И вы не приобрели китайское по цене оригинального. Начнем с отличий. Вот это оригинальное Ферадо Сакс. Внимательно смотрим на шрифт, как нанесен шрифт, способ нанесения шрифта. Как будто выжжен, это нанесение лазерное. И способ нанесения шрифта на китайском саксе. Как будто кисточкой накрасили. И на китайском саксе написано Made in Germany, Германия. На саксе, который идет в упаковке Saks написано Made by Saks. Также на двигателе с завода выходит написано Made in Germany. Соответственно, в магазине вы приобретете такое Ферадо или корзину только в упаковке ГАЗ, чтобы было написано Germany. Также обращаю внимание, по Ферадо отличается цвет. Вот это оригинальное, это китайское. Вот самая главная проблема в сцеплении подделки именно в Ферадо. Очень много жалоб на то, что Ферадо ходит от 5 до 50 тысяч максимум. Как, в то время как оригинальное, средний пробег 250 тысяч километров без ремонта. Переходим к корзине сцепления. И обращаем свое внимание на нанесение оригинального номера и название SACS лазером. Лазерное нанесение. И как нанесено на китайском. И опять же, Made in Germany. Германия. Но не та Германия, которую мы бы хотели приобрести с вами. Вот это, наверное, самое главное отличие. Именно нанесение. На сегодняшний день нету такой подделки, чтобы нанесение шрифта было лазером. Мы не будем углубляться сейчас в упаковку. Упаковка тоже отличается по качеству, по цвету. На китайском более тонкий картон. Он более светлый. И также можно посмотреть по сцеплению и 4216 такие же полностью отличия. Оригинал от Китая, от подделки Китая. Но при этом, если взять Ферадо в упаковке Сакс, оригинальное, и взять Ферадо с ГАЗа, то есть с Горьковского автомобильного завода Сакс, оно тоже, возможно, будет отличаться. То есть, если вам актуален вопрос, на сегодняшний день очень актуальный вопрос, по усиленному сцеплению Сакс с двигателем Каминс на 330 ньютон-метров, усиленное увеличенное Ферадо, вот если брать Ферадо в упаковке Сакс, сейчас есть на него жалобы. Нужно брать только оригинальное. Да, оно дорогое. Здесь вы поставили и забыли. А дешевые будете менять без бесконечности. Постоянно будут у вас простые автомобили. Также поделитесь в комментариях, пожалуйста, кто на каком сцеплении ездит.
порекомендуйте сцепление, какое бы вы поставили. Мы на сегодняшний день рекомендуем только SAXS. Это самое оптимальное соотношение цены и качества. Комфортное сцепление, которое в действительности ездит. Если вы разочаровались в SAXS, скорее всего, у вас была подделка. По подделке очень много нареканий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Напишите в комментариях, что вас интересовало, по какому сцеплению или по какой запчасти снять вам ролик. Сравнение оригинал, не оригинал, подделка. Мы постараемся это сделать.